По решению городского совета звание почетного гражданина Измаила было присуждено его высокопреосвященству митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу. 17 декабря в Измаильской картинной галерее состоялась торжественная церемония вручения почетного знака и удостоверения владыки, на которую были приглашены руководители ведущих предприятий города, депутаты городского совета, представители культуры и общественности. На протяжении многих лет служение владыки Агафангела связано с Одессой и Придунавием. В этом году исполнилось 20 лет его служению на Измаильской кафедре. За этот период в епархии открыто более 300 храмов, построено 20 новых. Трудами и деятельной молитвой владыки Агафангела Измаил стал центром духовного возрождения Придунавия. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».